Опыт борьбы с коронавирусной инфекцией специалисты Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана обсудили с коллегами Германского федерального научно-исследовательского института имени Роберта Коха. Диалог состоялся в формате видеоконференции. Большой интерес у участников видеоконференции вызвал опыт института имени Роберта Коха в таких направлениях, как исследование по COVID-19 в Германии, прогноз на длительность и течение пандемии, опыт института в компьютерном эпидемиологическом моделировании инфекционных болезней. Как отмечалось, Узбекистан и Германия накопили большой опыт в борьбе с коронавирусной инфекцией, причем не только медицинский, но и социальный. В частности, своевременно введенные карантинные меры, сознательное поведение населения во многом облегчают последствия пандемии, минимизируют потери. Есть такой фонд Deep Knowledge Group, которая сделала рейтинги различных стран, и по их рейтингам, которые насчитывают порядка 24 показателей, Германия находится на первом месте. То есть их успех в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией, их не подходы, их не взгляды, их не опыт, конечно же, для нас был очень интересен. При этом немецкие специалисты высоко оценили те мероприятия, которые проводятся в Узбекистане в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. В Узбекистане, например, было задействовано активно Министерство обороны, Национальная гвардия, Министерство внутренних дел, Министерство чрезвычайной ситуации. И такой координированный совместный подход во многом заложил основу достаточно успешных мероприятий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Стороны также провели презентации о деятельности Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана и Центра международной охраны здоровья при Институте имени Роберта Коха. Обсудили возможности дальнейшего развития сотрудничества. В ходе дискуссии был сделан особый акцент на актуальную тактику лечения заболевших, возможные сценарии и рекомендации по поэтапному ослаблению карантинных мер. Как вы видели,